Всем привет! Хотелось бы пожелать вам хорошей весны. В общем, такая ситуация произошла только что. Ехал на работу на автобусе. Задняя дверь не закрывалась. И с одной милой девушкой из Мариуполя мы ее держали. Полный автобус народу. Никто из мужиков больше не захотел держать дверь. Ну и когда я уже уехал, вернее вышел, она стала держать одна. К слову о подарках. Теперь у меня есть один подарочек очень классный, который я вам хочу сейчас показать, но небольшая предыстория. Вообще, как бы ремень дарить нельзя, и там целых 20 причин почему будет в описании. Кому будет интересно, могут зайти почитать. Вот. Но тут такой классный ремень с такой хорошей, богатой историей, который остался у меня. Ну, собственно говоря, вот он. Ну вот, собственно, с быстросъемом. И довольно-таки увесистая бляха. Ну и, соответственно, здесь намного меньше. Тоже быстросъем, но небольшой. Ну и сама бляха, соответственно, поменьше. Ну и, собственно, вот как-то так. Но вообще, ремень нужен только лишь для поддержания штанов. Так что, в принципе, ремней мало не бывает. Ну, а два в самый раз. В общем, как-то так. Да, кстати, ссылка на ремень, если вдруг кто-то захочет купить, будет тоже в описании. Абсолютно новый. Без всякой истории.